что, Феликс? Ты счастлив? А? Насколько ты счастлив? На 7, если сегодня. Грамм? Литр. Этот момент я снял в самом начале нашего первого большого путешествия на машине из Сталина в Дубровник. Оно отлично описывает наше настроение, потому что нас ждали более чем 6000 километров красивых дорог, около десятка новых стран, невероятная природа и неизведанные города. Путешествия так заразили нас, что в итоге мы уже побывали в 30 странах. Все следующие поездки я снимал и выкладывал на этот канал, который стал архивом наших путешествий, которым я хочу с вами поделиться.